15 июля в Самаре проведут распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Если есть неточности, необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений. Распределение проводится в автоматизированном порядке. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары информирует, что продолжается прием заявлений от родителей-близнецов, поступающих в первый класс. Таким семьям полагаются выплаты. За оформлением необходимо обратиться в многофункциональный центр или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации. Глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков провел личный прием граждан. В повестке было несколько вопросов. Организация парковочного места для маломобильных граждан, обслуживание общедомового имущества и признание дома по улице Стадионной аварийным. По всем заявлениям нашли решение. По парковке до 1 сентября будут проведены все необходимые работы. По признанию дома аварийным в Департамент управления имуществом Самары направят соответствующее письмо. Прием граждан глава района проводит каждый первый вторник месяца с 14 часов по предварительной записи, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района Самары. А телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает, как получить карту болельщика. Есть два способа оформления – на госуслугах и через МФЦ в крутых ключах. Зарегистрироваться на портале госуслуг нужно обязательно. Затем выбрать услугу «Карта болельщика», подтвердить свои персональные контактные данные и загрузить портретное фото. Городской департамент спорта публикует в своем телеграм-канале расписание акций «Самара в движении», а также «Приходи на пляж, поиграем». Для жителей и гостей Самары ежедневно проводят тренировки на открытом воздухе. Например, во вторник вечером в парке Гагарина пройдет йога, кикбоксинг, занятия танцами. На второй очереди набережной в районе Первомайского спуска – фитнес-тренировки, зумба, а также пляжный футбол, волейбол, теннис, бокс и регби. В среду в парке Гагарина – функциональная тренировка и йога для здорового позвоночника. Второй очереди набережной стрейчинг и хатха-йога, а также все пляжные виды спорта и ultimate frisbee.